18 июля в Лобне на территории компании «Ферон» прошли учения, посвященные отработке действий в условиях чрезвычайной ситуации. Подробности у Никиты Панина. По тактическому замыслу учений произошло возгорание кровли производственного корпуса предприятия. Сигнал тревоги незамедлительно поступил на пульт дежурного 82-й пожарно-спасательной части, спасательное подразделение города Химки, на станцию скорой помощи. В это же время началась эвакуация людей из здания. На то, чтобы покинуть рабочие места, у сотрудников компании всего 4 минуты. С задачей справились успешно, однако в помещениях предприятия остались пострадавшие. Первыми на место прибывают пожарные. Задача спасателей – вывести из здания людей, которые не смогли покинуть его своими силами. По предварительным данным, в здании находился один пострадавший. Мы прибыли, с помощью слесарного инструмента деблокировали дверь помещения, произвели разведку помещения, поиск пострадавшего и затем его эвакуацию и передачу скорой помощи. Тем временем огнеборцы уже приступили к тушению очага возгорания. Для этого наверх поднялись по пожарной лестнице с внешней стороны здания. Благодаря точным вводным от представителей предприятия спасатели быстро сориентировались на месте, сумели вывести людей и устранить возгорание самым эффективным способом. Это объект у нас по повышенному номеру вызова. Вот, то организуется штаб пожаротушения по его тушению, и представители объекта включаются в штаб. Вот, задача будет представителя объекта, естественно, узнать какие-то тонкости участникам тушения об объекте, где находятся наиболее опасные либо горючие вещества, опасные производственные линии, куда пока не стоит, как говорится, туда идти, да, чтобы не допустить опасности личного состава. Для того, чтобы максимально приблизить тренировку к условиям реальной ситуации, при проведении учений был использован широкий спектр технических средств. Например, дымовые шашки для имитации очага пожара, металлические конструкции, которые спасателям необходимо было распилить, как это обычно происходит в ситуациях с заблокированными входами. Подготовка к учениям проходила на протяжении 2 недель. Мы очень хотим, чтобы наши люди были не только профессионалами производства лекарственных средств, но были профессионалами и в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Люди должны быть готовы ко всему. Я просто очень по жизни много повидал и видел много пожаров, когда люди теряются. Люди просто, видя открытый живой огонь, теряются. По мнению руководителя учений, со всеми поставленными задачами работники предприятия справились. Положительно работу своих подопечных оценили и представители экстренных служб. Когда основная тренировка завершилась, сотрудники скорой помощи, Химспаса и ПСЧ-82 устроили показательные выступления, продемонстрировав возможности своих подразделений, а также провели мастер-классы для работников предприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, правильному поведению в условиях чрезвычайной ситуации, отработке навыков обращение с огнетушителем. Не испугавшись открытого пламени, на отлично справился с тушением импровизированного пожара и глава города. Евгений Смышляев присутствовал на учениях в качестве наблюдателя. Такое повышенное внимание к компании «Ферон» не случайно. Для города предприятие является важным объектом, вносит весомый вклад в формирование городского бюджета, ведет социально ориентированную работу, принимая участие в городских благотворительных и спортивных мероприятиях. На текущий момент лобнинское подразделение компании выполняет функцию складского комплекса. Здесь работают порядка 40 человек. Однако уже до конца этого года намечено серьезное расширение штата. В планах компании запуск в Лобне полноценного производства. Никита Панин, Дмитрий Жуков, Алексей Орлов, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».